Дональд Трамп выступил в Кливленде еще до выдвижения его кандидатуры на пост президента США и тем самым нарушил неписанную традицию съездов республиканской партии. При этом он представил свою супругу Меланию, которая произнесла речь. До сих пор в ходе предвыборной кампании жена Трампа оставалась в его тени. Но теперь, судя по всему, супруга должна была стать неким противовесом тому скандальному образу, который создавал себе миллиардер. Мелания Трамп говорила о честности, надежности и уважении к другим людям. Но вот незадача. Мелания практически слово в слово повторила речь, произнесенную первой леди США Мишель Обамой в 2008 году, когда ее супруг выдвинул свою кандидатуру в президенты США от Демократической партии. О каких-то случайных совпадениях не может быть и речи. Первым, кому показалось, что что-то подобное он уже слышал, был американский журналист Джаред Хилл. Об этом он подробно написал в своем твиттере. С молодого возраста мои родители внушили мне следующие ценности. Надо тяжело работать, чтобы достичь того, чего хочешь в жизни. Что надо всегда держать свое слово, делать то, что говоришь, и выполнять обещания. Что нужно относиться к людям с уважением. Мы с Бараком были воспитаны во многом на общих ценностях. Что надо тяжело работать, чтобы достичь того, чего хочешь от жизни. Что надо всегда держать свое слово, делать то, что говоришь, и выполнять обещания. Что надо относиться к людям по достоинству и с уважением. Чуть позже журналист Джаред Хилл заметил и другие, практически идентичные пассажи. В результате новость о плагиате затмила все другие новости о партийном съезде республиканцев в Кливленде. Ну а Джон Фавро, который на протяжении долгих лет готовит речи Барака Обамы, подметил еще одну пикантную деталь в своем твиттере. Сара Харвиц, спичрайтер Мишель Обамы, работает и на Хиллари Клинтон. Получается, команда Трампа списывает у спичрайтеров Хиллари.